что от Беларуси скромный, но связанный только с белорусскими традициями. Ой, вы даже вы себе не представляете, как я это все люблю. Да? Из Грузии, и у меня в гостях, можно, а вернее, я в гостях у Нино Катамадзе. Нино, я можно сразу представить? Вы моя большая любовь, любовь всей нашей семьи. О, как прекрасно. Да. Как вы встречаете обычно утро? У вас есть какие-то свои ритуалы? Я утренний человек. Есть сложности, что когда наступает ночь, мне непонятно, почему я должна спать, когда я могу не спать. Но утро я люблю солнце. Я здороваюсь, здравствуй, солнышко, и потом продолжаю спать. А Нино Катамадзе медитирует, может быть, какие-то такие вещи делает, или медитация, это музыка? Вы знаете, что по-разному. Если у меня гастрольный тур, я, естественно, мне хочется выспаться, набрать сил. Если я дома, я мама, я хозяйка, я готовлю, отправляю мужа на работу. Во время пандемии вы начали делать хлеб. Я знаю, что вы перебрались в Кахетию, там живете в небольшом шато и строили дом. Я пеку хлеб грузинской муки. У меня домашний дрожь, закваска. Ему 2 года и 4 месяца. Вот так вот, закваска от Нино Катамадзе. У нас есть фантастическое зерно, которое из 25 сортов. И это самое лучшее, настолько сильная генетика, там 1500 лет, 15 тысяч лет, что даже климат то меняется, ничего не меняется, настолько сильное. Нино, во время пандемии вы как бы сделали внутреннее еще открытие, да? Потому что вы 30 лет на сцене, даже уже немножко больше, наверное. Вы постоянно гастролируете, что-то делаете. А здесь вы где-то в одном из интервью слышала, что вы летали, а теперь стали ходить по земле. Вы увидели, как живут люди, побыли больше с семьей. Какие еще открытия сделали? Открытие моего сына, который я столько лет, я не была с ним так долго. И, во-первых, я заново влюбился, он настоящий друг. И самое сложное такой период у него, сейчас ему 13, мы вместе, это прекрасно. Но самое лучшее не открытие, а согласие миру, что мы такие же стихии, мать земли, как, допустим, дерево, воздух. То есть мы тоже такие части, и как будем себя вести, так будет отличаться наш муж. Да, ваш муж кахетинец. Чем отличаются кахетинские мужчины от всех остальных мужчин? Какие они? У меня был единственный муж, и есть единственный. И хвалю. У него юмор великолепный, и он очень любит свою работу и все такое. Майдан, вот сейчас для тебя играет Лаша. Прекрасная Лаша. Давайте. Поможете мне? Да. Сами. Отри. Хочешь и это? Да. На сама карма. Мемо митана. Журналит мави. Спасибо. Спасибо. My love.